26 мая был официально открыт перекрестный год России в Японии и Японии в России. Первое мероприятие в его рамках прошло на территории нашего региона – форум «Японская весна на Волге». Об итогах недельной работы форума и чем региону выгодно партнерство с Японией, губернатор Сергей Морозов рассказал в интервью журналистам российской газеты. Затевая японскую весну на Волге, мы говорили сначала не об экономике. Мы говорили о том, что для нас очень интересна сама философия Японии, которая позволила в 60-х годах прошлого столетия, когда началась тогда третья промышленная революция, и они столкнулись с такой же, вот, как и мы, проблемой, появились новые технологии, появились, так сказать, амбициозные планы. Нужно было совершить большой технологический рывок вперед, а люди не хотели это делать. Пожалуй, самый выгодный контракт конца весны был заключен с японской компанией Isuzu. Специнвестконтракт на строительство автомобильного завода стоимостью 6,5 миллиардов рублей только на первом этапе будет реализован на базе индустриального парка УАЗ. И двигатели, и раму, и коробку передач, систему управления, и трансмиссии мы будем производить здесь, в Российской Федерации. Сроки прописаны очень жесткие, а это значит, у нас таких компетенций появляется, которые позволят, скажем так, сделать, в том числе и наш КАМАЗ, или там другие, так сказать, предприятия, суперконкурентными. По словам губернатора, на новом производстве будут выпускаться малые и среднетоннажные грузовики. Японская сторона гарантирует, что их запас прочности – 1 000 000 километров. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.